находимся в студии «Йога жизни», и я только что после звуковибрационного массажа тибетскими чашами. Это непередаваемое ощущение. Мне сейчас очень хорошо после этого массажа. И я была немного в шоке, когда Женя, который мне делал эту процедуру, заговорил ровно на ту тему, которая меня волновала. Про женское и мужское начало. Я не буду вдаваться в подробности, но затронул то, что нужно. Вот. Спасибо большое.